Сегодня же глава Чувашии встретился с руководителями фракций политических партий, представленных в Государственном совете республики. Михаил Игнатьев обсудил с депутатами подготовку к очередной сессии. Ожидается, что именно на ней состоится отчет главы Чувашии перед депутатами о деятельности кабинета министров. С руководителями фракции Госсовета глава Чувашии встречается регулярно. Правительство республики, отмечает Михаил Игнатьев, важно иметь канал обратной связи с партиями, которые представлены в региональном парламенте. На уровне кабинета министров готовы выслушать все эти просьбы, предложения, возмущения, которые ставят перед депутатами Государственного совета наши избиратели, жители Чувашской республики. Эти обращения мы получаем. Во многом, в принципе, рабочая такая конструктивное взаимодействие налажено. В прошлом году депутаты Госсовета рассмотрели ровно 100 законодательных актов. Они касались основных направлений деятельности исполнительной и законодательной власти. Все, что было связано с исполнением социальных обязательств, рассматривалось в первую очередь. В ближайшее время депутатам предстоит утвердить бюджетные корректировки. Учитывая, что на очередную, то есть 7-ю сессию, это проекте повестки дня у нас и внесение изменений в Конституцию Чувашской Республики, и основное это внесение изменений в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на 2016 год. Это нас радует, потому что это в сторону увеличения, это дополнительные деньги, финансы, потому что мы депутаты, Государственный совет, наверное, за жителей республики в ответе, как и глава Чувашской Республики, как и кабинет министров, мы в одной команде. А уже в апреле глава республики представит депутатам отчет о деятельности кабинета министров. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.